Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы с вами отправимся в Испанию. Вот такое место под названием Гуадалопе. Это небольшая деревушка. Славится она тем, что здесь произошли интересные события, после которых был построен вот такой храм. Ну а обо всем подробнее давайте будем рассказывать далее. Итак, данное поселение возникло здесь еще до прихода в эти земли мавров. Здесь был также в то время небольшой храм. И священники, опасаясь разграбления, решили как бы спрятать определенные вещи, которые находились в этом храме неподалеку, возле реки, которая также сейчас имеет название Гуадалупе. И вместе с различной утварью была спрятана статуэтка Девы Марии. Ну и после того, как арабы ушли, случайно пастух обнаружил статуэтку Девы Марии на берегу вот одноименной реки. Дева Мария Гуадалупская стала особо почитаемой святой на этой земле. В честь нее как раз и воздвигли вот этот храм, который в последующем стал монастырем. Монастырь был одно время в упадочном состоянии, и потом, уже в 1908 году, он был реставрирован и по сегодняшний день используется больше, наверное, как музей. Ну а вокруг этого монастыря постепенно были построены такие вот дома и организовалось поселение, которое сейчас насчитывает чуть более 2000. Вот такая вот, друзья мои, интересная история данного места. Но здесь есть еще кое-что интересного, что мы с вами, конечно же, сейчас дальше посмотрим. Ну, во-первых, виадуки очень красивые здесь расположены. Может быть, сами они по себе не особо красивые, но вот в такой утопающей зелени среди гористой местности располагаются, смотрится, конечно же, величественно. Так вот, мне хотелось сказать по поводу находки вот этой деревянной статуэтки Девы Марии. Прежде чем найти данную статуэтку, было у пастуха все-таки видение. Где находится эта статуэтка? И только потом он уже бродил по берегу реки и обнаружил вот этот образ. На сегодня, конечно же, жизнь в этом местечке протекает спокойно и тихо. Люди проживают в благоденствии с природой, со своими соседями, с друзьями. Жизнь здесь протекает неспешно, и многие жители уверены, что это заслуга именно Девы Марии. Они утверждают, что до сих пор она помогает им. Также часто видят различные явления, видения, которые приходят к ним. Видят массовые видения, которые, допустим, проецируются в этих горах. Что это такое? Массовый гипноз, либо массовое помешательство? Конечно же, сложно сказать. До сих пор ответа также у ученых нет. Такое вот интересное место, друзья мои. Что вы по этому поводу думаете? Кроме всего прочего, мне хотелось показать, что здесь протекает река. Очень мелкая такая, еле заметная. То есть вот там где-то водичка появляется. Постепенно, конечно же, она набирается при впадении в водохранилище. Но вот здесь она проходит. Фактически ее не видно. Река также имеет название Гуадалупе. Достаточно протяженная. Протекает по весьма живописным местам. Где-то горная местность, где-то вот мы видим здесь фактически равнины. Ну а здесь располагается водохранилище, которое дает фактически начало вот этой реки. Ну и давайте в этой области посмотрим несколько интересных изображений, которые меня тоже впечатлили. Что здесь такое присутствует? Ну, во-первых, конечно же, это природа. Смотрите, какая красота. А со времен войны здесь остались такие вот форты.
Их несколько, они стоят по берегам реки, вернее уже водохранилища. Но эти укрепсооружения, они стоят в самом начале водохранилища. Давайте дальше по меточкам посмотрим. Вот здесь я сделал метку вулкан. Вот таким образом выглядит он. Довольно-таки высокий, так резко уходит вверх. Ну вот, честно говоря, хотел посмотреть по картам, где это есть. Но вот, к сожалению, возможно, конечно, вот именно на этом вот полуострове, да, можно сказать его назвать. Ну да, наверное, полуостров будем говорить. Возможно, где-то он здесь располагается, но вот по картам прям крайне сложно. Ну а может быть, локация его изображения все-таки не здесь, где-то в другом месте. Ну, поэтому не будем мы на этом зацикливаться, раз не получается. Так что ж, удивительный вид, друзья мои, да. Вот вы смотрите, вот здесь вот такая вот возвышенность, ну, фактически гора, можно сказать, расположена. Таким образом она выглядит у нас в Испании. Большую часть роликов делаю по России, поэтому и говорю уже у нас. Вот так выходит горный массив вот этот. И вот такой вид здесь открывается. Только посмотрите, как красиво, здорово выглядит. Да, конечно же, место весьма завораживающее. С одной стороны, мы видим вот такие вот горные здесь образования. И заброшенные места. Посмотрите. Вот такой вот хребет пошел. Ну, больше напоминает какой-то эффект коллизии, конечно же. Но с другой стороны, вроде бы как и равнина присутствует. Виды, конечно же, просто обалденные. Ну и еще одну меточку давайте с вами рассмотрим. Это Дольмен в Испании, так я его назвал. Вот на таком тоже полуострове здесь фактически находится. Ну, грубо говоря, полуострове. Конечно, я думаю, названия здесь никакого нет, этого полуострова. И вот такой вот обнаружен дольмен. Нехарактерный дольмен для тех, которые мы с вами привыкли видеть, допустим, на Дальнем Востоке, на Кавказе у нас. Но, тем не менее, это тоже дольмен. Причем так вот информатор тоже и выдает, что это именно дольмен. Интересно такое углубление. Обложено все вот таким булыжником. Здесь видно, что поставлены плиты вертикально. Кто их устанавливал и для чего именно такой вот дольмен делал, конечно же, неизвестно. Ну, что касается дольменов, споры сейчас идут достаточно, не утихают среди ученых, археологов и антропологов, для чего же их все-таки строили. Да, говорят, что это захоронение, да, это культовые какие-то места. Да, вроде бы на этих местах обнаруживается определенный выход энергии. Ну, а толком, конечно же, никто не говорит, для чего они строились и зачем. Кстати говоря, по этому дольмену точно так же я фактически никакой информации не нашел в сети. Хочется отметить, конечно, что водохранилище довольно-таки огромное. И вот, знаете, как бы то, что оно искусственно создано полностью, ну, прям сомневаюсь. Мне кажется, все-таки здесь больше природного происхождения данное водохранилище имеет. Хотя, в принципе, да, после того, как была перекрыта вот эта дамба, безусловно, вода набралась. И сейчас мы видим вот такой большой водоем. Всего лишь навсего подтопило, может быть, здесь вот берега. И итог получилось такое большое водохранилище. Всего лишь навсего. То есть особого вмешательства человека в создание вот этого водоема, я думаю, здесь не происходило. Вот такой вот, друзья мои, у нас сегодня с вами получился необычный, скажем, ролик. Надеюсь, он для вас был интересен, ну и хоть немножечко полезен. Всех благодарю, кто досмотрел его до конца. Кто не подписался на канал, обязательно подпишитесь.
Ставьте лайки, пишите комментарии по всему тому, что вы увидели. И если у кого-то есть какая-то интересная информация, видео необычных событий, присылайте. Мы вместе с вами обсудим, поговорим и сделаем небольшой видеоролик.